achieved with CryEngine 3. Почему Сэл не может убраться с моего пути? Всем выйти на периметр! Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизни. Нет, это не имеет значения. Лингшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа-Цефа и... прожгут дырку в земле. Земля просто исчезнет. Что мы можем сделать? Подключись к носителю разума Цефов. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы Цефов, Сэл отзовет Архангела. Собираешься подключиться к Цефам? Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние, даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняты. Ты можешь превратиться во что угодно, принять любую форму. Представь, что ты станешь Цефом. Я хочу рискнуть.
Мы связаны. Пророк! Пророк? Ты там? Ты в порядке? Они тебя не атакуют. Боже, они думают, что ты Цеф. Нет, не просто Цеф. Они думают, что я Альфа-Цеф. Я Альфа-Цеф. Пророк! Пророк! Это слишком опасно! Ты превратишься в Цефа! Пророк! Лорен! Нет! Нет, я в порядке. Я в порядке. Я чувствую сверхразум. Он настолько сильный. Вот оно. Их мысли и энергия одно и то же. Если бы я мог... Дерьмо. Что это? Настоящий Альфа-Цеф. Уходи отсюда, пророк! Мощность моего костюма не слабее. Нет, нет. Я не ранен. Все кончено. Пророк, срочно свяжись со мной, ситуация вышла из-под контроля. Не сработало, но этот сверхразум Цефов – чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать ее себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас детали по Архангелу. Он уже на переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа. Цель эвакуировать остались только в небольшом комплексе в 5 километрах отсюда. Это, наверное, командный пункт спутника. Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела вместе. Слышишь меня, солдат? Да, мэм.
Пророк, это Клэр. Мой отряд. Цефы вывели из строя наш БТР. Вы не... Пророк, нам нужна помощь. Я не знаю, что... Кажется, нам не выжить. Держись. 5 минут, хорошо? Всего 5 минут. Клэр. Клэр. Черт. Слышу тебя. Доложи обстановку. Пророк, слава богу, мы несем тяжелые потери. Ромео 12 установил периметр. Но, пророк, это безнадежно. И просто конца и края нет. Они все прибывают. Активируйте его!
никогда не выберемся отсюда! Слушайте, засуньте свой негатив куда-нибудь подальше! Или будете у меня сражаться с цефами, как самостоятельные боевые единицы! Вы меня поняли? Нет, он прав. Это безнадежно. Командой.